Все вопросы повестки дня депутатских слушаний были обсуждены и вынесены на рассмотрение сессии. Повестка сессии состояла из 9 вопросов. Депутаты внесли изменения в положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города, решение номер 328. В положение о земельном налоге на территории муниципального образования город Десногорск, решение номер 330. И в правила присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории нашего города, решение номер 333. Затем депутаты признали утратившим силу решение Десногорского городского совета от 23 марта 2005 года номер 121. Согласно решению номер 332, бюджетному учреждению Государственная ветеринарная служба до конца текущего года продлен срок безвозмездного пользования жилым фондом, расположенным в первом микрорайоне. Депутаты рассмотрели обращение начальника ОМВД России по городу Десногорску, учли рекомендации постоянных депутатских комиссий и решили в связи с 81-й годовщиной со дня образования подразделения ГИБДД наградить благодарственными письмами Десногорского горсовета инспекторов Дениса Добренкова и Галину Ныркову. Кроме того, на сессии были утверждены положения о муниципальном земельном контроле на территории Десногорска и план работы Десногорского городского совета на второе полугодие текущего года. Со всеми решениями, принятыми на 42-й сессии, можно ознакомиться на официальном сайте администрации.